среду на берегу Свияги прошел настоящий праздник и для спортсменов, и для жителей района. Праздничную программу открыли соревнования гребцов на Яле. Весла на воду! Ждем просто море позитива. Выполнить команду тренера, принять в соревнованиях участие. Победить, не победить, главное участие сегодня будет. В соревнованиях участвовали три команды. Пришла осень, но осень это не повод сидеть дома. Нужно проявлять активность. Вот, физкультура – это сила, мы за спорт. Инициатором и организатором праздника стал клуб ульяновских моржей, которым много лет руководит Владимир Вальцев. Ял – это прикладное значение имеет. Конечно, очень важно научиться грести. И у нас есть такая возможность проводить соревнования, привлекать команды. Сейчас пока мы на одном яле, фиксируем время. Но надеемся, в будущем у нас еще будут ялы. Вот эта акватория Свияги позволяет проводить такие хорошие соревнования. Программу продолжил концерт «Любимые песни нашего двора». Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.